Один человек погиб и пятеро пострадали при взрыве в одном из производственных помещений птицефабрики «Сибирская» в поселке Ростовка. ЧП произошло на канализационной станции в тот момент, когда там проводила ремонт бригада из 6 человек. На месте происшествия работали спасатели, они занимались разбором завалов. Чтобы вытащить тело погибшего, использовали специальные краны, им поднимали тяжелые плиты перекрытия. Пятеро пострадавших получили ожоги различной степени тяжести. Сейчас они находятся в больнице скорой медицинской помощи номер 1. Причина взрыва, по предварительным данным, метан, скопившийся в помещении. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».